Всем привет-привет, ребята! Вы на канале Мультмикс. И сегодня мы начинаем играть в игру. Вот такую интересненькую игру мы нашли. Называется она «Разбуди коробочку». Так, ну что... Ребят, ну мы тут будем с вами, можно сказать, художниками. Будем создавать вот такие всякие конструкции. И будем пытаться разбудить нашу коробочку. Это кто такой, кого тут рисуют? А, это какой-то вообще монстр непонятный, какое-то великанище. Так, ну что, видите, это инструкция нам, ребят, чтобы мы рисовали вот всякие такие прикольные штучечки. Ну что, давайте будем начинать. Давайте начнем. И у нас с вами первый уровень. Привет, коробочка, ты все спишь? Сейчас мы тебя разбудим. Так, смотрите, нам немножечко помогают. Нам нужно вот нарисовать вот такой вот, скажем так, булыжник и разбудить коробку. Класс. Так, коробочка, ну здесь-то все легко пока что. Так, сейчас мы нарисуем какой-нибудь... Типа кружочка, булыжник, теперь точно булыжник будет. Так, ой, он покатится и сейчас ее разбудит. Класс. Ну, так-то прикольная игра, логическая, ребят. Интересная, развивает мышление. Циркуль. О, тут даже как типа циркуль можно, чтобы ровно рисовать. Класс. Ничего себе. Сейчас тебя задавит. Классно. Так, ребят, ну пока все легко, но скоро будет сложно. Так, что здесь нужно нарисовать? Ну нам нужно обвести вот эту штучку, и она, похоже, упадет на планочку, и планочка просто вместе с коробкой полетит в пропасть. И ю-ху! Отличненько. У нас все получается. Так, а вот здесь, ребят, уже посложнее. Тут какие-то у нас картиночки. Интересно, они нам помогают или не помогают. Дубль-клик, он в created объект. Так, нужно дважды кликнуть, чтобы нарисовать объект. Что-то типа этого. Так, опа! А дальше? А дальше, может быть... О, вот так! Эх, не хватило, ребят. Так, этот убираем. А, ребят, дважды кликнуть, чтобы убрать точно объект. Так. Это нам нужно вот... Давайте попробуем какую-нибудь планочку сделать, чтобы у нас, а теперь вот такой булыжник, чтобы он прокатился и столкнул нашу коробку. Есть! Класс! Так, а здесь как? Так, ребят, ну, может быть, нам какую-нибудь горку нарисовать и по ней спустить булыжник? Что? Так, да, вот типа такой. А теперь булыжничек давайте. И он ее просто вот так. Опа! Класс. С мышлением у нас пока все хорошо. Так, что же здесь? Так, нам нужно как-то... Интересно, один кругляшочек ее сможет... А, тут какой-то динамитик, ребят, смотрите. Может быть, нам на него... О! Прикольно! Вот это да! Класс! Да. Так, тут опять динамитик. Так, интересно. Давайте вот... О, кругля... Нет, не получилось.
Давайте попробуем еще раз, ребят. Так. Может быть, побольше кругляшочек? Ой, нет, не получилось. А, теперь вот второй. Сейчас он динамит взорвется. И мы столкнули коробочку. Отлично. Так, ну а здесь, похоже, нам опять нужна курочка какая-нибудь. Или что? Так... Сейчас мы сделаем здесь курочку, чтобы планочку, чтобы к этой коробочке был путь, ребят. Да, вот такая у нас будет. Ой, я немножечко ее... Надо было не так. Да, тут нужно быть еще и художником. Так, вот так, я думаю. Эх, она в другую сторону упала. Прикольно. Да уж. Интересно. Так. Так, под наклончиком ее. Сейчас она должна упасть туда, куда нужно. И хопа. Так, ну а теперь нам нужен булыжник. Давай. Эх, ребята, не получилось. Давайте вот так. И интересно, хватит ли ему... Эх, не хватило силы у этого булыжника. Сейчас второй. Эх, он вообще в другую сторону покатился. И давай еще. Эх, нет, надо... Надо бы побольше. Да уж. Может быть... Давайте вот такую штучку нарисуем. И теперь булыжник. Yes! Отлично. Вау, ничего себе. Вот это круто было. Так, коробочка, привет. Ой, тут какая-то птичка летит. Нам нужно... Что нам нужно сделать? Пока непонятно. Так, давайте попробуем сделать такую конструкцию. Хопа! Мы ее столкнули просто. Да, прикольненько. Так, ребята, здесь у нас вот такой вот уровень. Что нам? Давайте попробуем сделать вот такую конструкцию, горочку. Обвести, она сейчас встанет вот сюда, вниз. И теперь нам нужен огромный булыжничек, просто вообще мега огромный. И коробочка, мы тебя столкнули. Отлично. Так, здесь у нас две бомбы. Так, ребят, нам нужно туда кругляшочек загнать. Сначала нужна, наверное, горочка. А теперь нужен небольшой кругляшочек. А, примерно вот такусенький. Больше не надо. Ой, и меньше тоже. Так, и теперь нам нужно, чтобы взорвались эти динамитики. Нам нужен вот такой кругляшочек. А, надо было тоже, наверное, вот... Что за типа... А, вот, вот, ребят, точно, мы же сейчас... Ага, все, падай давай. И есть! Отлично! Мы задели коробочку. Класс. Так, теперь нужно как-то вот отсюда ее столкнуть. Может, на нее сверху булыжник спустить, да и все. А, не спустилась. Так, а может быть... Прикол, вот это прикол. Так, а может быть какую-нибудь горочку нарисовать? Или какую-нибудь... Да, они на них не держатся. Точно. Да. Так, вот такую конструкцию. Прикольно. Да уж, интересно. Так, давай вот так. Эх, она вообще какая-то недвижимая, эта коробка. В этом уровне, да, начались уже сложные уровни, ребят. Так.
Так, коробочка. Как же тебя столкнуть-то? Так, а давайте попробуем вот так. Сейчас вот так, вот так, вот так. Вот так, ребята, у нас супер конструкция получилась. Да, прикольненько. Ребят, ну я думаю, пора заканчивать это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ссылочку на видео мы вам оставим в описании к этому видео. Обязательно поиграйте, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.